Вы обратили внимание, как я вас поприветствовала? Здравствуйте. А кто задумывался из вас, что такое здравствуйте? Это когда мы здороваемся, всегда говорим, здравия, желаем здравия. Желаем здравия. В теоретической части ребята вспоминали пословицы и поговорки о здоровье, участвовали в специальной викторине. Оказалось, что большинство ребят любят заниматься спортом, намерены и в будущем вести здоровый образ жизни. Практическую часть обеспечили специалисты Центра 21 век в программе спортивные конкурсы, перетягивание каната и просто веселье.